98% убийств в Казахстане совершены безработными. Из них больше половины в состоянии алкогольного опьянения и на почве семейно-бытовых конфликтов. Об этом говорили сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Глава ведомства Асхат Даулбаев отметил, что необходимо искать новые подходы к выявлению и устранению причин преступлений. Сотрудники надзорного ведомства намерены внедрять технологии фиксации и слежения, а также активно привлекать население и СМИ к сотрудничеству. Асхат Даулбаев рассказала о системных проблемах и недоработках. В частности, генпрокурор говорил о низкой раскрываемости преступлений прошлых лет. В Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанских областях, а также в транспортном регионе не раскрыто ни одно такое убийство. И это является следствием неправильной организации работы. Прежде всего, следует отметить, что работа профильных отделов направлена в основном на раскрытие убийств текущего периода. Если не раскрываются эти преступления по горячим следам, то, как правило, они направляются в архив и выпадают из поля зрения этих сотрудников.